Джулия Фэй, американская актриса. Джулия Фэй Мелани родилась 24 сентября 1892 года. На киноэкранах дебютировала в 1915 году, а в 1917 в фильме «Женщина, которую забыл Бог» начала сниматься у Сесила Демиля, работа с которым принесла ей успех и популярность. В общей сложности она появилась в 30 его картинах, став к середине 20-х годов одной из ведущих актрис Голливуда. Наиболее популярными стали ее роли в немых картинах «Десять заповедей», «Царь царей» и «Чикаго». В 1929 году она перешла в звуковое кино с появлением в фильме «Динамит». В 1956 она исполнила роль Эли Шевы, жены Аарона, в ремейке Сесила Демиля «Десять заповедей». Последний раз на киноэкранах она появилась в 1958 году в приключенческом фильме «Флибустьер». Актриса скончалась от рака в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса в возрасте 73 лет 6 апреля 1966 года.